Ассаламу алейкум, приветствуем, дорогие друзья, доброе утро, мы находимся в Самарканде. Все студенты. Вот такие красивые места Самарканде. Маша Аллах. Ассаламу алейкум, муфти. Где мы находимся? Алейкум салам, мы находимся в зиарате Хаваш Баауддин Нахшбанди, который родился в 717 году по хиджри, был великим алимом, был великим. Я как торговый город, торговых путей, в том числе знаменитый великий шелк. И мне с этой целью на ротанде этого минарета, в верхней части, специальные начищенные бронзовые зеркала, если они поставлены. Саламу алейкум, дорогие друзья. Вот здесь жил, учился наш первый президент. Вот заходил вот так, вот в этой маленькой комнате. Он получил первое религиозное образование.